С начала пандемии в Карелии число инфицированных коронавирусом детей превысило 7 тысяч. Только за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 детей, выздоровели 29 маленьких пациентов. Всего за сутки выявлено 195 новых случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 4 смерти, поправились 197 человек. Как сообщают в Минздраве, вакцина есть во всех медицинских организациях. Это более 114 тысяч доз. В ближайшие дни в республику поступит еще более 37 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. Осень сопровождается также ростом простудных заболеваний. Из-за эпидемии ОРВИ все учащиеся Медвежегорской школы номер 1 до 10 октября переведены на дистанционное обучение. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидемический порог более чем на 68%.